3 декабря депутат Мособлдумы Николай Черкасов посетил две школы. Сначала он приехал в Челюскинскую с целью осмотра приобретенного оборудования по реализации субсидий. Депутат посмотрел центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», пообщался с директором, учителями и даже с учениками в кабинете информатики. Ну а много вообще последователей, вот ребят, которые увлекаются таким моделированием? Очень много. Много, и да? Причем не в нашей стране, а еще там, например, Китай. А в вашей школе, вот в вашем классе, например? У нас? Да. Ну не знаю, наверное, по классу точно. Молодцы, здорово. После этого Николай Черкасов отправился в Пушкинскую школу номер 6 для контроля реализации программы инициативного бюджетирования. Школа подала заявку на ремонт системы отопления, на что и были выделены денежные средства. Но результат не соответствует ожиданию. Сегодня вот я побывал в двух школах. Мы побывали, посмотрели Челюскинскую школу, и, в общем-то, если честно, я доволен. Во всяком случае, мы посмотрели, как реализуется наша областная программа, те самые точки роста, то, как исполнены работы вот, по ремонту кабинетов. Мы сегодня видим, что и по отзывам детей слышим, что действительно школа получила настоящий подарок, очень хорошую такую перспективу для развития. Что касается 6-й школы города Пушкина. Вы знаете, вот, с одной стороны, казалось бы, работы сделаны, но вот вопросы, которые я задавал по ходу, к сожалению, пока остались без ответа. Мы столкнулись с тем, что на сегодня какая-то часть батарей, к сожалению, пока не работает, холодные находятся. Для меня это тоже, в общем-то, повод задуматься над тем, как осуществлялся контроль. Кто вообще следил за исполнением этих работ, как осуществлялся контроль и приемка непосредственно уже выполненных работ. Поэтому на сегодня мы на таком вот, на полуноте, что ли, закончили наш визит, договорившись с руководством школы, что еще раз сюда обязательно приедем и посмотрим. Помимо основной цели визита, в каждой школе были осмотрены пищеблоки. Мария Лихобабенко, Александр Девкин, Евгения Коломиец. Пушкинское телевидение.